16 пенсионеров сразились за титул самого умелого пользователя ПК. Чемпионат по компьютерной грамотности прошел сегодня в Тюмени. В нем приняли участие пенсионеры со всей области в возрасте от 57 до 66 лет. За ограниченное время им нужно было выполнить на компьютере ряд заданий, а также показать умение пользоваться интернетом. Насколько мне известно, не по себе сужу, а по другим пенсионерам, больше всего пользуются скайпом, общение с родственниками, которые живут далеко. Я для всего. Новости, друзья, общение. Победителем среди уверенных пользователей стал Иван Ткаченко, среди новичков Вера Шулятьева. Они отправятся на всероссийские состязания в Новосибирск.